Почему село Фершампенуаз? Почему центральный стадион с ФОКом? Да потому что здесь сдают на экзамены. И для этого ребята работают и не год, и не два. Потому что это карате. И большее для меня название Сёкай. Хотя давайте отвернемся от чистой Японии. Японский сёкай, по-моему, рулит, но здесь искусство правильное. Искусство выживать в любой ситуации. К сожалению, Россия и это не СССР. Тогда человек спиной за другого стоял. Тогда НКВД, в смысле МВД, и это была главная угроза и терроризму, и тем, кто хотел разжиться чужими и не своими возможностями. Да, ситуация по сути нехороша. Но вернувшись сюда, и мы видим, кого мы воспитываем. Экзамен у нас сегодня особенный. 7 человек сдают на черные пояса, первый дан. Никто никуда не уходит, младшие, ни белые, ни желтые. И смотрят, к чему вы должны прийти через несколько лет тренировок. Нелегких тренировок, неохота идти на тренировку. Лучше дома посидеть, в компьютер поиграть, в футбол. Но вы должны научиться преодолевать себя. И сегодня перед вами будет пример, к чему вы должны стремиться. Вот это хороший сенсей или учитель по-нашему. И он, и его специалисты вам выдают первый дан. Но этого надо еще и заслужить. Но обратите внимание, сколько человек из всего потока сдают на первый дан. То, что бы мне хотелось, это естественно. Я хотел бы знать, что рано или поздно мой сын возьмет тот самый первый дан. Почему? Потому что это круто для меня в том числе. Что касается сегодняшних событий. Сегодня я дебила уложу. Да, я бы тоже мог бы сдать на первый дан. Но, к сожалению, не получается. Поверьте мне, кое-какие проблемы у меня возникли. Но вот, допустим, если у меня сын получит первый дан, то давайте просто определимся, как он быстро его уложит. И сам по себе, и палкой, и нунчаками. Это, конечно, хорошо, если есть и палка, и нунчаки. А вот если события немножко чуть-чуть по-другому развернулись. 2 или 3, а может быть и 4 человека захотят его либо вас обидеть. Нормально он их отколбасит. А то, к сожалению, к стремлению дойти до первого дана нужен и ваш подход. Давайте определимся. Вы в школу идете на сколько? Ну, у нормального человека сначала гимназия, либо детский сад. А затем 11 лет школы, а затем 6 лет института. Это правило. То есть вы хотите видеть нормального человека. Вот только после этого он будет нормальным. И после всего вышеперечисленного, и вы увидите его становление. То же самое и в карате. Потому что до первого дана вам необходимо дойти. И это, естественно, не один год обучения. Примерно 7 лет, а может и больше. Искусство не рождается сразу. Для искусства нужно время. Вот взять, к примеру, получение желтого пояса. Для него и грамотней, и это 2 года занятий. Дальше дольше и вкуснее. Сенсей же вам говорит, что карате увлекает. Быстрота, скорость и отточенность движений. Да, сразу все не получится. А теперь вернемшись к кино. Вы же любите кино? Помните «День сурка»? Человек, походу, жил одним днем лет так 10, а то и 15. Но невозможно сразу заиграть на фортепиано. 10, а то и 15 лет практики, и тогда крутизна. К счастью, для первого дана 8 или 10 лет хватит. Но надо работать, а по-другому-то и нельзя. Или вы что думаете, что простой перец выигрывает Олимпийские игры? Ню-ню. И вот вопрос. Почему из многих не каждый дошли? Давайте определимся. Мысль о первом дане должна быть у всех. Дальше решает сам специалист. Дальше даны другие. И теперь о мордобое. И это не мордобой, это искусство. Что может все такая понятно? Любое движение в этом виде спорта в действительности приносит максимальный урон. Я, конечно, люблю и другой спорт. Но никогда в кумите и даже тягаться не будет все такая. Удар и человек рухнул. А может и надолго. Но почему искусство? Потому что карате хорошо. Но когда в вас летит палка или нунчаки, что делать будем? Будем работать и против них. А если несколько человек атакуют, тоже. И теперь, почему первый дан? Да, есть и кумите, но нет мордобоя, есть правила боя. И теперь, вернувшись к вопросам, почему из всех перчинок
реальными становятся немногие. Да, и немногие доходят до первого дана. А вот об этом и мы поговорим с вами. Стремление получать результат. Вот ваши правила. Почему ребенок учится 21 год? Потому что вы хотите видеть грамотного специалиста. Почему одновременно с этим вы не хотите видеть специалиста такого же уровня и в других областях? И это правило для вас. Вы должны показать всем, что сделать оного не так уж и сложно, просто нужно большее стремление от вас, естественно. Заложив это в детстве, вы получаете искомый результат в дальнейшем. Или вы хотите бухать? Да вы можете бухать и сейчас. И кто по сути вас похоронит? Такое же бухое чудо, дитя ваше. У меня сверху такие были. Так вот, мама у них после того, как умерла, в квартире 10 дней лежала. А что потом? Так это вообще трагедия. Не все, конечно, меня смотрят. Но зачем растить чмо болотное? Я просто больше всего на свете люблю своего сына и готов ему дать все, чего меня лишили в детстве. Все, дорогие мои. А зная практику, такое будет. И вот поэтому мастер знает, что немногие могут дойти до первого дана. Но это надо делать каждому. Первый дан – это не только техника. Первый дан – это прежде всего психологический рубеж, который вы преодолели в результате нескольких лет тренировок. И вот это самое главное. Техника может быть лучше и на втором дане, и на третьем, и на четвертом. А вот то, что вы не бросили и дошли до конца этого пути, это очень важно. Несмотря на то, что у меня пятый, а у них первый дан, мы сегодня встанем в один ряд с ними. Я каждому из них пожму руку, как равный равным. Как-то вы поняли, о чем речь. Как-то надо дни рождения малость переложить. Как-то надо вырастить человека правильного. Да, он, возможно, и не будет сверхспециалистом, но умея за себя постоять, и это реально круто, умея работать головой, да умея многое что, и может быть и даже лучше, чем вы это можете себе позволить. И вот тогда за ваших детей можно не переживать. Человек, понявший суть проблемы, на рожон не лезет. Человек берет в руки дрын и, зная, каким работать, разгонит многих. Он и за себя постоит. Но прежде он постоит за вас. Вы же читаете интернет, что видите дебилов, уродующих стариков. Так вот, таким стариком вы не станете, потому что вы воспитываете грамотных сыновей и дочек. К слову, если у дочки первый дан, я бы даже не стал к ней лезть, а то и отхомячит вас по полной.